Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено выставке в Кропоткине. Это вот обзор сверху. Температура сегодня у нас минус 6, минус 3, ощущение как минус 8. Продолжаем репортаж. Некогда, вакцинация. Черявые 5 баров. А почем котята? 6. А это гусаки по 3? Я буду сюда не буду ходить, кто на чего. Самки по 200, самочки 150. Какие? Чичита. Репу самца нет. Чичита, самцы 150. Самки. Красногрудные самцы. Ну давай мне хорошего, выбери. Какую цену волнистый говорил? 300. Волнистый 300. Неразлучники 600, 700. Вот эти М1 500 рублей, крупные. Геннадий. Вот эти рыжие 300 рублей. Я вот смотрю, рыжие, там, да. Бор, вот стоит рыжие, ну, баночка, М1-ки рыжие. Баночка, ну, 7, вроде, 700, да? Выставочные, вот эти полувыставочные, ну, вот, волнистые. Там и семечки. 1251. Пару 2500. Я с 2 часов не спал, не помню. 100 рублей. 100 рублей. Ну, почем такие неразлучники у тебя? 500. 500 рублей неразлучники. Вот до полтора. Вот такие у нас как раз. Это какого года? Задрипанные. Какого года? 16. И эти полторышки. Ну да, вот этот петушок 1500 стоит. И эти полторышки. Да. Есть по 1000, вот помоложе. Эти тоже по 1000. Две полочки, они просто помоложе, по 1000, а остальные по 1500. Я привезу, возьмешь мне по 500 пик. Ну, я вам тоже попросил, что у меня нет машинки, поэтому что у нас. Может быть, где-то как-то повернулся.
жен, офицерских понять. Я согласна на жизнь гарнизонную. Музыка пусть будет тут рядом с тобой. Вот даже вышла за пределы забора, то есть люди все не поместились. Поворачиваем на второй ряд. Идем на второй ряд. Это только первый ряд я прошел. А здесь таких рядов раз. Я прошел первый, второй, там третий, четвертый, пятый. Пять рядов будет. Таких длиннючек. Кормушки. Хорошо. А ручкой помахать можно? О. Привет. Я в Ростове. Здесь меха, соболя. Курочка и петух. А? Тем сложно. Да. Ну то не сижу, спасибо. Я отец дал. Брабор давал. Четыре раза я говорил. Канаречки. Так мы ее уже взяли. Он в нос улетел. Сколько глазам. То есть это не нос. Как затрахнил нос прячет. Ждем, когда нахуй ебанется, мы подходим. Да, ну как здорово, как начал прыгать. Вот видно хорошо, выставка гудит. В общем, подведу итог выставки. Голубей много, попугаев мало, канареек вообще практически у двух или у трех, и все. Вот такие дела. Рубашку мне там посмотрела. Маленькая гусятина. Там соображают на двоих. Вот проса, пожалуйста, 100 рублей. Голубятня.
передвижная. Какую цену пестрый? Даром. Пестрый даром, цену не говорят. Вот красавцы. Ну все, ребят, всем спасибо за внимание. Очень холодно, руки замерзают. В принципе, все показал. Там дальше куры, голуби. Как бы, в принципе, все одинаковое. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи.